Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал Аксюша2000. Меня зовут Оксана. Вот так быстро выпускаю следующее видео. В прошлый раз мы рисовали вот нечто такое. Сейчас я вам покажу мою работу. Мне надо несколько секунд, чтобы ее найти. Вот она, моя работа. Вот так она выглядит на следующий день. Такая яркая, вот эта бумага с другой стороны, здесь у меня начало типа лес, и вот видно, что акварель прошла на другую сторону, но она, наверное, не прошла, а затекла снизу, тем более, что я использую пластиковые или пластмассовые планшеты, и по ним вода как-то легче распространяется, чем по деревянному планшету. Ну что ж, сегодня мы будем делать вот эту работу, туман. Это вроде как домашнее задание. Здесь нет картинок по шагам, но зато достаточно хорошо описано все. Такое подробное описание. Мне, честно говоря, эта работа показалась простоватой, и я ее сделала в своем скетчбуке вот таким образом, чтобы был и туман, и чтобы была вода, отражение от воды. Вот это, мне кажется, будет такое более интересное. Купила себе кучу разных скетчбуков, и вот этот бренд мне нравится больше всего. Где здесь название? Ах, вот оно, US Art Supply. Их делают в Америке, это американский бренд. И эти скетчбуки очень дешевые. Они продаются в наборе по две книжечки, и вместе это стоит $12, то есть $6 каждая. На сегодняшний день это дешевые цены. Акварель сегодня я буду делать вот в этом блоке, это Баохонг, у меня уже он заканчивается, я думаю, там листа 3 осталось. Он, видите, уже пустой почти. Я помню, как мне не понравилась эта бумага, когда я ее попробовала первый раз. Ну, где-то к третьему листу я уже к ней так привыкла и приспособилась, и сейчас мне эта бумага даже очень нравится. А их профессиональная серия вообще шикарная. Теперь я покажу вам кисточки, которыми я буду пользоваться. Это фирма Рублёв. Вот здесь видна серия 1410. И это кисточки из белки, вроде бы как из чистой белки. Замечательные кисточки. Сегодня я решила ускорить видео. На всю работу вместе с сушкой у меня ушел 1 час. Я ускорила видео в 2 раза, так что получается все видео 30 минут, вернее даже 32 минуты и 20 секунд. И сегодня я решила поступить немножко не так, как в прошлый раз. Если вы помните, я в прошлый раз не делала рисунка, но сегодня я хочу сделать этот рисунок, чтобы немножко хоть была какая-то композиция, чтобы эти деревья не спонтанно лепить везде. Ландшафты начинают рисовать не так, как натюрморт, например. Ландшафты рисуют из центра в наружу. Мы выбираем участок на листе бумаги, куда мы хотим привлечь внимание, и сразу там рисуем наш центральный объект. В моем случае это было первое дерево, которое я нарисовала. А потом начинаем дальше заполнять этот лист бумаги. То есть все последующие объекты, в моем случае, опять же, это деревья, всякие палочки, веточки, все должно способствовать тому, чтобы внимание шло вот именно к первому дереву. Это, конечно, быстрый набросок без всяких теней. То есть все это еще надо будет показать цветом и тоном. На этом этапе, вот именно в рисунке, нам не нужны никакие детали, нам не нужны никакие веточки. Я веточки сейчас рисую чисто для вас, честно скажу, для видео, чтобы было легче понять мои планы, то, что у меня в голове, то есть все эти планы, которые я уже себе построила, что будет, зачем. Легче видно на видео, если я это все рисую. Несмотря на то, что я не буду придерживаться композиции в этой книге и не то, как все это делалось, я все равно хочу вам почитать, что здесь написано, так как именно на этих страницах описание мне очень даже понравилось.
начинается с того, что описывается проблема. Здесь так и написано «проблема». И здесь написано, что изобразить туман создает особую проблему из-за того, что все цвета мягкие, а также края объектов тоже мягкие. И из-за этого сделать туман считается сложно, особенно когда на переднем плане есть сильные объекты, вот такие как деревья на этой фотографии. Решение. Минимизируйте количество деталей, а также используйте холодные цвета для того, чтобы показать деревья на заднем плане. Я сейчас напрямую перевожу, поэтому иногда буду заикаться. Начните с того, что создайте задний план, используя слабый раствор охры. И пока бумага все еще мокрая, сделайте как будто бы слабые тени. Тогда они получатся мягкими. Для этого используйте жженую сиену и ультрамарин. Можно добавить туда немножко охры. И так постепенно вы делаете более темные деревья, которые приближаются ближе к переднему плану. И только потом самые ближние к вам, самые передние деревья вы делаете очень темными. Дальше работу надо высушить и добавлять детали, веточки и разные листики. Как вы видите, я уже иду по другому плану. Я не использовала сиену, у меня на палитре был оранжевый из прошлого видео. Я взяла еще, добавила к этому оранжевому лимонный. В результате получился более нейтральный желтый. Кстати, чем-то похож на сиену. И вот этот цвет я использовала для того, чтобы сделать центральную полосу, потому что там будет самая такая большая яркость в моей работе. Потом по бокам я добавила вот этот такой сероватый оттенок, что и было смесь ультрамарина и жженой сиены. И вот получаются вот такие вот мягкие оттенки. Я не буду сейчас сразу добавлять все эти деревья. Я хочу высушить сначала этот лист, и только потом я буду слабыми мазками добавлять деревья. И пока вся краска свежая, я высветляю участки, которые я хочу, чтобы были чуть светлее. Вы видели, что я салфеткой высветлила небольшой кружочек у ствола дерева. Как будто бы там через туман проходят лучи солнца, а может это и отпечаток самого солнца. Я эту работу хочу сделать очень быстро, поэтому сегодня я все буду сушить феном. У меня очень хороший фен, он специально для сушки акварельных работ. Он почти не дует, тем самым не раздувает краску, но из него выходит очень горячий воздух. Поэтому он сушит буквально за одну минуту. Ну что ж, я теперь беру поменьше кисточку. Вот сейчас я пытаюсь подобрать. Сравнивала размеры кисточек и решила остановиться на размере номер 7. Вообще, на этом этапе я чаще всего использую кисточки номер 8 во всех брендах. В этом бренде Рублёв кисточки слегка больше, чем в других брендах. И вот здесь кисточка номер 7. Она почти такая же, как номер 8 в любом другом бренде, в Эскоде, например. Так, вот здесь я хочу провести с такую мокрую полосу, потому что там будет туман. Поэтому мне нужна мокрая полоса. Ну, а теперь вот этим слабым раствором, как в книжке написано, холодным оттенком. То есть он какой-то вроде фиолетовый, но я его делаю в сторону голубого чуть больше. И вот видите, там, где была вода, то само собой все растекается, и там будет получаться такая туманность. К тому же, как вы видите, я периодически промокаю, но не всю полосу, а так, местами примерно. Чтобы было ощущение, что там тоже туман, может где-то все-таки пробивается луч света. В общем, чем больше пятнистость, тем это будет более интересное. И также я промокаю границу этого тумана. То есть, когда я провела мокрую полосу, у этой мокрой полосы есть граница. И вот, чтобы она не высыхала четко, к
когда краска распространяется, я там постоянно промокаю. И в результате, когда это все высохнет, то будет казаться, что там туман. Деревья, которые приближаются к центру, они не будут холодными на самом деле. Они как раз будут теплыми, так как они принимают солнечное освещение на себя. А, видите, в книжке этого не было. Ага, а у меня есть. Так что я туда добавляю немножко желтый. Вот я провожу холодный мазок, а теперь беру основной цвет. Это я сказала желтый, но это оранжевый с желтым. Оранжевый и лимонный. Но если бы я использовала охру, например, сразу, то это была бы охра. Смысл в том, что это тот цвет, который уже есть на заднем плане. Тогда эти деревья, они не будут, ну, как вырванные, что ли, с заднего плана. Но все будет казаться, как принадлежит друг другу. И чем ближе к источнику света, тем эти деревья становятся теплее. Я даже ввожу эту желтую смесь, промокаю ближе к солнцу, особенно когда теплый на теплом может получиться достаточно ярко, а мне нужны просто намеки, что там что-то растет. Теперь все это надо хорошо высушить, и дальше можно рисовать веточки по той же технологии. Ветки, которые направляются к источнику света, они будут более теплые, которые направляются в другую сторону, то есть ближе к краю бумаги, они будут более холодные. Конечно, можно иногда чередовать, там холодную веточку вписать, там, где должны быть теплые веточки. И все это делается в очень слабом тоне. Вот как вы видите, у меня краска сейчас достаточно жидкая. Вообще-то это сейчас на палитре как раз тот момент, когда я бы не сказала, что краска жидкая, что воды там не так уж и много, но и пигмента тоже мало. И поэтому получаются такие светлые, полусухие линии. Очень часто, чтобы добиться вот именно такой густоты краски, эту краску надо заранее на палитре развести и ждать, пока она высохнет вот до такой консистенции. Теперь я буду делать то же самое, но только в воде. Я буду делать отражение примерно таким же цветом, примерно такой же темноты. Здесь надо помнить, что отражение – это не тень. Отражение всегда направлено к глазам наблюдателя. Тень мы обычно рисуем либо параллельные линии, либо расходящиеся линии. Зависит от того, где находится источник света. Вот в такой работе, когда предполагается, что солнце достаточно низко, и само солнце входит в эту работу, даже если оно где-то там в углу вверху, то все тени будут расходиться от этого солнца. У нас сейчас предполагается туман в этой работе, и поэтому теней не будет. Если даже на самом деле в тумане есть какие-то тени, то они очень слабые и в очень таких отдельных местах, и то это редко. Обычно, если туман такой достаточно густой, то никаких теней нет. И все выглядит серое, даже и цвета нет. То есть то, что у меня тут такое более фиолетовое, на самом деле, наверное, это было бы серое. Но это акварельная работа, поэтому мы всегда как-то вписываем какой-то цвет, чтобы это разнообразить. Я использовала желтый и такой более фиолетовый оттенок, потому что это противоположные цвета, потому что обычно это выглядит красиво. Что касается того, как выбрать, под каким углом делать отражение. Вот все эти линии, они типа как куда-то сходятся. И я обычно предполагаю, на каком расстоянии должен стоять человек, если эта работа у него прям на уровне лица, то есть не внизу, не вверху, а вот именно на уровне лица. И на каком расстоянии должен быть этот человек, чтобы его глаза полностью охватили эту работу, чтобы ему было комфортно на нее смотреть. Вот такого формата работа, ну, это где-то 1.5 метра. То есть я примерно провожу отражение так, чтобы все эти линии сошлись на расстоянии 1.5 метра от этой работы. И тогда, когда зритель будет на это смотреть, ему будет казаться, что в принципе так и надо.
Потом сами деревья, они неровной формы, они немножко какие-то полукруглые иногда, там кривые. То есть вы, когда делаете отражение, вы это учитываете. Если у вас стоит дерево, которое слегка кривое куда-то в сторону, то отражение желательно тоже не делать ровной прямой палкой, а тоже как-то искривлять. Я сейчас работаю на своем основном дереве, и оно должно быть самое красивое. Вот моя жженная сиена. Очень красивый цвет и очень красиво смешивается с ультрамарином. У меня как-то начало зарождаться подозрение, что, возможно, когда-то, когда у меня уже окончилась эта жженая сиена, которая там была, я выдавила что-то другое туда. Потому что, когда я сравниваю эту краску на своей выкраске, она выглядит слегка по-другому, чем краска, которую я вношу в палитру. Видите, сразу всегда все надо записывать. Кажется, что запомните, запишите позже, а позже уже до свидания. Ну что ж, я возвращаюсь к своим деревьям. Вот это дерево, которое у меня главное, оно такое тепленькое, потому что оно ближе к источнику света. Там, где сзади солнце или рядом с этим деревом, я даже вписала оранжевый, чтобы получилось более яркое. Теперь деревья, которые дальше от источника света, но они тоже темные, они уже более холодные. Слегка проглядывается голубой, фиолетовый. И сейчас кажется, что вот это дерево с краю прям такое темное, четкое и бросается в глаза. Это только потому, что оно мокрое. Там есть ультрамарин. Ультрамарин, он высыхает светлее, и он выбеляет краску, которая с ним смешана. Но вы видите, что еще я делаю, когда рисую отражение. Я соединяю предметы и отражение. То есть дерево плавно переходит в это отражение. Но это в тех случаях, когда само дерево достаточно близко к воде, либо растет в воде. Тогда вообще можно все это нарисовать одной линией. Но я обычно, чаще всего, скажем так, не обычно, а чаще всего рисую отдельно дерево, а потом отражение. Потому что тогда я могу остановиться, подумать и запланировать вот этот угол, под которым пойдет отражение. А если делать одной линией, то иногда машинально можно легко провести просто прямую вертикальную линию, которая будет выглядеть именно как тень, а не как отражение. Так что поэтому я обычно разделяю предмет и его отражение, несмотря на то, что в этом процессе я их все равно объединяю. И вот сейчас вы увидите два дерева, одно голубоватое с краю, второе почти посередине, и вот эти оба дерева полностью соединены со своим отражением. Конечно, потом я добавлю больше тени, больше линий, и тогда будет четко понятно, где начинается дерево, а где начинается отражение. Я хочу показать как-то больше туман, как будто бы там испарение от воды. И для этого мне надо размывать часто. Вот я дерево нарисовала, там ствол, чтобы этот ствол не был четкий. То есть я там размываю, часто промокаю. Промокаю для того, чтобы эта вода не текла во все стороны и не создавала нежелательные пятна. И вот так постепенно я создаю этот туман, это испарение. Вот теперь можно добавлять разные веточки. Вначале надо убедиться, что там все высохло, то есть что задний план полностью сухой, чтобы добавлять эти веточки. Хотя, вы знаете, когда остаются какие-то мокрые пятна, и вы попадаете свежей краской, но если эта краска достаточно сухая, такая почти сухая, и эти веточки начнут слегка расходиться в тех местах, где были эти свежие пятна, то это тоже получается очень красиво. Но вам надо все время помнить о том, что кисточку надо вытирать, чтобы, не дай бог, на ней не было воды, иначе пойдут вот именно некрасивые разводы, некрасивые пятна. А если задний план совершенно сухой, то вам об этом даже думать не надо. Получится какой-то мазок более мокрый, какая-то другая веточка будет более сухая, но даже будет более интересно. Вы видите, что я опять в некоторых местах промокаю,
там, где я не хочу, чтобы было много внимания, так как все эти веточки, они такие уже более четкие, и они всех такой разной формы, как паутина, и это привлекает внимание. И я не хочу, чтобы люди смотрели вот именно на края все время, потому что там много разных веточек. И поэтому я их промокаю, чтобы они были более слабые. То есть они там есть, зритель может их там разглядеть, когда будет бродить глазами по этой работе. Но это не будет такое самое основное, самое первое. А вот эта часть, вот ближе к середине, там, где видно солнышко, это дерево, вот там мне уже надо, чтобы было заметно. Поэтому там вот есть тоже такое сплетение веточек. Но обычно, когда вы смотрите против солнца, особенно если там туман, то вот в этой части, в центральной, где такое самое яркое, засвечивается. И все эти веточки, они там почти не видны. Так что их там сильно много тоже не надо делать. А если и делаете, то такие слабенькие, чтобы было понятно, что они там есть, но что все это все-таки засвеченное. Я вот решила, что вот это расстояние по центру, эта дырка, это световая туннель, о которой я часто говорю, слишком широкая. Поэтому я ввожу туда еще одно дерево в тумане. И получилось такое крупное дерево, ну, вроде как и на заднем плане, либо среднем плане, но оно такое крупненькое. Теперь надо все это заполнить веточками, потом сделать его отражение. И дальше пойдут детали, которые должны эту работу собрать воедино. И вот именно в это время уже надо учитывать разные композиционные моменты. Например, я смотрю, можно ли эту работу разрезать горизонтально пополам или вертикально пополам и получить две независимых работы. И вот сейчас эту работу можно разрезать по вертикали. И будет три дерева на одной работе, там одно большое на другой работе. То есть мне надо что-то, что объединит левую и правую сторону. И, как правило, если в работе есть много, например, вертикальных линий, как у меня сейчас, то эти вертикальные линии будут объединяться горизонтальными линиями. То есть мне надо пару горизонтальных линий, которые соединят левую часть и правую часть. Конечно же, когда я делала рисунок, я уже об этом подумала. И у меня будет лежать в воде бревно или дерево, ствол дерева, который будет лежать горизонтально. А также будет горизонтальная линия, которая отмечает берег. Как правило, линия прикосновения земли и воды темнее. То есть обычно, если есть вода, которая касается берега, то там идет темная полосочка. Но это визуальная полосочка для нас, для художника. Если вы будете теперь выходить в природу и наблюдать, то вы все это будете замечать. И очень часто художники дают такую объединяющую горизонтальную линию в самом низу. Иногда это просто в виде тени, просто длинным темный мазок. А иногда это в виде берега, травы, камней. Но смысл в том, чтобы по низу пустить темную дорожку, которая соберет это все вместе. И вот так три вот таких горизонтальных линий, в принципе, достаточно для того, чтобы эта работа смотрелась как все вместе, что когда уже не разрежешь работу пополам, вернее, это ее можно разрезать пополам, но уже это не будет выглядеть как так и надо. Работа не будет выглядеть лучше, если ее разрезать пополам. Ну вот она, эта линия, вот здесь по краям мне не нужна большая яркость, я хочу иметь яркость ближе к центру. Вот смотрите, уже как все поменялось. Всего лишь одна линия, а уже как-то другой вид. То есть в каждой работе надо искать вот это соотношение вертикальных линий, горизонтальных линий, если надо, то и диагональных линий, либо близких к диагональным линиям. Вот, например, как сейчас это самые боковые отражения в воде, они идут под углом, как с намеком на диагональ. Да, для этого листа бумаги это не диагональная линия. Но, в принципе, мы их относим к диагоналям, потому что они идут под углом, потому что они не
чисто горизонтальные. Хочу отметить свою кисточку. У меня три вот таких кисточки, у которых грязные ручки. Вот видите, видно явно, что эта кисточка не новая. Этим трем кисточкам уже 42 года. Вот она лежит, самая маленькая моя такая кисть. У меня есть такая чуть побольше, по-моему, номер 5. И есть еще одна, типа номер 6-7. Это кисточки болгарского производства, которые продавались в моем городе для акварели. Там был набор 6 кисточек круглых и 6 кисточек плоских с длинными ручками. Вот из всех этих наборов у меня осталось 3 вот таких кисточки, которые все еще живут и пишут, и одна плоская кисточка. И вы знаете, в то время, это какой был год, это мне было 12 лет, вы знаете, я так даже считать не умею, это было так давно. Так вот, в то время я лично не знала, что акварельными кисточками нельзя рисовать маслом и наоборот. Этими кисточками я рисовала и гуашью, и маслом там, где надо было детали, и акварелью, и никто из преподавателей никогда не говорил, что этого делать нельзя, что от этого портятся кисточки, от этого хуже будет акварель, что жир масляный будет переходить на акварельную бумагу. Может быть, они об этом тоже не знали. Но вот эти три кисточки, они выжили. Я обычно в своих видео говорю о втором этапе, который я часто называю ugly stage, то есть некрасивый этап, когда начинают появляться непонятные пятна, больше абстракта. Ну вот этот третий этап, обычно это то, что люди любят, когда все начинает преображаться. Мы добавляем четкие детали, понятные нашему глазу детали, и от этого все выглядит лучше. Или мы надеемся, что выглядит лучше. Сегодня мне кто-то написал в комментарии слова своего учителя, и этот учитель сказал: «Лучшее – это враг хорошего». И мне так понравилась эта фраза, потому что так это и есть. Мы стараемся сделать лучше, и в конечном результате мы делаем слишком много. Очень важно понять, когда остановиться. Как одна из моих преподавателей по акварели говорила, главное вовремя сесть на руки. Я вам хочу сказать, уже сколько лет, но каждый раз, когда я делаю акварельную работу, я постоянно задаю себе этот вопрос. Ну, может быть, хватит? Ну, может, уже все достаточно деталей? А потом так посмотришь, думаешь, да не, а вот для баланса вот здесь тоже не мешает какое-то темное пятно. Вот вам темная веточка. И эту ветку я стараюсь сделать более тяжелую, чем первую с правой стороны, чтобы они не были сильно одинаковые, но как-то чтобы было понятно, что они от одного и того же дерева. Но направление у всех этих случайных ветках в воде должно быть одинаковое. В воде не бывает так, чтобы все как-то хаотично лежало на поверхности воды. Даже если это лодки, из-за течения все направляется в одну сторону. Вот так и у меня. Вот этот ствол дерева, эти ветки, должно быть ощущение течения, что все идет в какую-то одну сторону. Поэтому здесь много параллельности. Вот я вам сейчас показываю еще раз мой скетч. И вот видите, темная полоса – это была трава. Я вот на эту работу смотрела и думала, делать эту траву, не делать. В принципе, из-за этих веток в воде и так уже выглядит неплохо. Но я решила все равно попробовать сделать так пучками, участками траву. Посмотрю, как это выглядит. Может быть, оставить так в углу, в одном углу эту траву, а второй угол оставить чистым. Но потом, когда я дала глазам отдохнуть, отошла, посмотрела и решила, что нет, нужна мне эта темная полоса. Все-таки надо внизу объединить левую и правую сторону. Ну, я часто промокаю, вы уже это знаете. Видите, как сразу все стало интереснее, когда промокаешь. Такое разнообразие получилось. Но дело здесь не в этом, потому что то, что я пыталась определить,
хочу ли я делать темную полосу по всей длине бумаги. И здесь, как это определить, это по ощущениям. Вот вы в целом на работу смотрите, и как вы думаете, тяжелая ли она с одной стороны, по цвету, по темноте? И если так, то вы пытаетесь этот вес уравновесить. В моем случае у меня не было такого ощущения, что надо было уравновешивать. То есть мне показалось, что вес был одинаковый по темноте, по количеству всяких предметов композиции, что слева, что справа, даже когда я добавила этот кустик с левой стороны. Но потом я решила, что безопаснее все-таки просто сделать эту полосу, сделать какой-то намек на траву с другой стороны, и тогда эта композиция, ну, точно будет сбалансированная. Теперь остается только высушить, и работа окончена. Спасибо вам всем, что вы досмотрели это видео до конца, особенно, что сегодня было достаточно шумно. У меня достаточно много звуков на заднем плане, мои дочки сегодня друзья в гостях, их так человек 5, и они постоянно ходят взад-вперед, либо дверь открывается, закрывается. Сейчас перед вами на экране высушенная работа, но акварель – это такая интересная вещь, она высыхает долго. И, как правило, на следующий день, когда вы смотрите на акварельную работу, то она уже выглядит слегка по-другому и чаще всего лучше. Ну что ж, буду я с вами на этом прощаться. До свидания. Удачи вам в вашем творчестве. Спасибо за ваши замечательные комментарии. Всего вам лучшего. До новых встреч.